умер, нет, он в параллельном мире. Его туда унес мыслительный процесс. Он там почти как здесь, живет в своей квартире и ту же ест еду, и ходит в тот же лес. И город, и страна, и континент все те же, но в мелочах уже сменились жизнь и быт. Вот с кем-то из друзей он стал встречаться реже, вот кто-то вдруг исчез, а кто-то позабыт. Вот кто-то вдруг исчез, а кто-то позабыт. Вот дочери своей он стал почти не нужен. Вот в спальне не понять, откуда взялся лед. Он и ремень теперь затягивает туже и пьет совсем не так, точнее, совсем не пьет. Все те же, но не те, все так же, но иначе. И вроде жизнь идет, но как-то без огня. И так же пополам провалы и удачи. Но он не разглядел, что рядом нет меня. Но он не разглядел, что рядом нет меня. Нет нашей болтовни о музыке и бабах. Нет споров о происхождении вещей. И новых песен нет, пусть в малых, но масштабах. И старых тоже нет, нет ничего вообще. Вот, собственно, и все. А кто-то жаждал чуда. Ну да, такая жизнь. Что наша жизнь? Игра? Я все это как сон, который видит Будда. По-моему, давно будить его пора. По-моему, давно будить его пора. Мой друг не умер, нет, он в параллельном мире. Мой друг не умер, нет, он в параллельном мире. Мой друг не умер, нет. Письмо сыну. Ничего плохого нет, ни войны, ни смерти. Я посылал тебе привет в маленьком конверте. Там написано, что мы живы и здоровы, что у нас ни зим, ни тьмы, хоть ветра суровы, что живем с тобой вдвоем в доме возле леса. Кстати, здорово живем без плодов прогресса. Сосновый бор ветками качая, и там соседи к нам во двор ходят выпить чаю. Пусть идут на звон струны, повторю им снова: нет ни смерти, ни войны, вот и вся основа. Счастья вроде тоже нет, есть покой и воля. Так ведь вроде наш поэт завещал нам, что ли? А в этой суете сует, помни, кто нас любит. А нет войны, смерти нет, и уже не будет. Все равно итог ничья, а мягкий свет на склонах, бесконечный шум ручья, тихий ветер в кронах. Повторюсь, итог ничья, мягкий свет на склонах, бесконечный шум ручья.
смерти нет, смерти нет. У меня кроме сына есть еще две дочки, причем они еще довольно мелкие. Такое стихотворение. Теряю форму, играю все хуже. Мой голос уже никому не нужен. Зритель, не прячась, идет из зала. Жена улыбнулась и тоже встала. В спины кричу им стихи и прозы, то как молитву, то как угрозы, им наплевать. Молча уходят. На самолете, на пароходе, автомобилем, поездом, пехом мчат от меня. С тяжелым вздохом, глаза закатив, головой качая, за чашкой кофе, за кружкой чая, твердят: кошмар, исписался, слабо, ему бы вина, хорошую бабу, ему бы в отпуск совсем, с концами, а там так вот хоть как колпак цепляй с бубенцами. Я стою на холодной сцене, кому я нужен и чем я ценен, но даже у самых слабых и сирых есть где-то зритель, умный, красивый, верный и добрый, он все прощает, рифм неудачных не замечает. Голосом тихим, обняв привычно, он говорит перед сном обычно, в просьбу вложив всю любовь и ласку: «Пап, прочитай, пожалуйста, сказку».